Добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. За моей спиной галерея «Наковальня». Там проходит, уже с декабря месяца, проходит выставка, которая называется «Парижская квартира». Необычный и стандартный формат. Мне кажется, это интересно. Пойдемте посмотрим, я вам все покажу и расскажу. Об этой выставке «Парижская квартира» в галерее «Наковальня» я слышала давно. Мне присылали всякие сообщения в телеграм-канале, на Дзене, везде. Я видела в интернете эти объявления о том, что выставка началась в декабре. Выставка групповая, называется «Парижская квартира». Но как-то все не доходили руки туда, ноги туда дойти. И вот уже, когда выставка практически заканчивается, я все-таки нашла время и с удовольствием покажу ее вам. Ну, уже, конечно, в конце, уже вряд ли кто-то успеет по моим, значит, вот этим видео туда попасть, если захочет. Но, по крайней мере, я вам об этой выставке расскажу. И пусть в последний момент, пусть прыгнула в уходящий поезд, но... все равно я думаю, что будет это интересно. Эта выставка представляет работы более 20 художников-графиков и керамистов, а также ведущих мебельных и дизайнерских студий. Выставка «Парижская квартира» обыгрывает эстетику маленьких квартир, из которых коллекционеры и любители искусства создавали полноценные галереи, завешивая стены работами. Формат был популярен в Париже, а его участники соревновались в продуманности коллекции, обменивались предметами искусства и демонстрировали их гостям. Для погружения посетителей в атмосферу тех самых квартир и демонстрации устройства собственной коллекции, пространство галереи превратилось в настоящую квартиру со множеством небольших комнат, обставленных объектами искусства и интерьера. Эта выставка помогает погрузиться в предновогоднюю атмосферу, найти интересные тематические подарки. Ну, уже у нас с вами постновогодняя атмосфера, но я думаю, что все равно эта выставка будет интересная. Здесь много участников. Алина Андрей Чишина, Сергей Ануфриев, Ева Бордо, Алексей Булдаков, Кирилл Датаван, Александр Гореликов, Егор Дмитриев, Александр Кривошапкин, Инна Кожижановская, Александр Крылов, Полина Майер, Влад Мальцев, Евгений Мита, Александр Михалков, Ренат Мустафин, Аркадий Насонов, Митя и Маруся Нестеровы, Лера Нибиру, Ирина Петракова, Таня Пёникер, Екатерина Пугач, Михаил Рубанков, Серафима Сажина, Маша Сомик, Матвей Сигал, Светлана Целкала и Анна Юдакова. Почему я все это вам прочитала, этих авторов? Да, я скорее даже больше для себя, потому что я много хожу по различным галереям, выставкам, смотрю современное искусство, различные перформансы, объекты. И мне, может быть, самое что-то, вот, да, вот я прочитала фамилии, имена, может быть, мне это что-то напомнит. Но вот в этой группе два фамилии имени мне показались знакомыми. Не знаю, может быть, я просто ошибаюсь, а может быть, это на самом деле я уже видела их работы где-то. Вот. Но, как бы там ни было, все равно я думаю, что... потраченное за просмотром этого ролика видео не будет потерянным, и здесь все так интересно, с юмором. Ну, давайте смотреть. Да, кстати, должна еще сказать, что вот на каких-то сайтах я видела, что до 21 января эта выставка работает, на каких-то до 4 февраля. Собственно, я так и думала, что я успею туда до 4 февраля, но вот теперь я не знаю. Я не знаю, когда это видео у меня выйдет, и будет ли оно уже после этой выставки за завершение или еще в период работы выставки. Выставка работает на Пречистенской набережной 17-19. Вот. И
как я уже сказала, здесь выставлены работы более 20 художников, графиков, керамистов, мебельных и дизайнерских студий. Вот, и, ну, в общем, давайте смотреть все-таки, давайте смотреть. Да, выставка бесплатная, вход свободный. Thank you.
Ну вот и все на сегодня. Всем огромное спасибо за внимание и за просмотр этого видео. И, как всегда, я приглашаю вас подписаться на свой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем здоровья, добра, удачи и благополучия. До свидания, до встречи. Всем пока-пока.